Приветствую вас на чемпионате шутяры ПВЗ. Знаете, зомби тоже хочет внимания, и им тоже надо устроить олимпиаду. Ведь часто всегда устраивают олимпиады только для растений. Но почему бы нам не устроить олимпиаду для зомби? Ну что ж, сегодня у нас будет олимпиада зомби. Первая олимпиада на моем канале. Здесь вы видите участников нашей олимпиады. И кто с кем будет сражаться. А все будут воевать за один приз. За мозги. Сегодня у нас будет сражаться именно эта компания. Да, конечно, очень странная компания. Но выбирал команды не я, а Колесо Фортуны. Ну что ж, давайте приступать. Первое испытание у нас будет на скорость. Здесь я воспользовался первобытными стеноорехами. Всем, кроме последнего стеноореха, я дал усилительную мяту. Победит та команда, которая съедит все стеноорехи первее. Также у зомби-газетчика и зомби-фермера я призвал их на суперспособность. У первого это усиление скорости, а у второго призыв куриц. Сказать почему, и вы скажете, что это нечестно. Но эта олимпиада должна проверять и способности наших зомби. А без моего вмешательства мы их не сможем посмотреть. У второй команды иногда зависает игра, но все равно она лидирует. Эта проблема не у меня, а в самой игре. Видимо, какие-то баги. Вторая команда лидирует только из-за зомби с черепом, ведь его атака очень небольшая и наносит урон не только первому ореху, но еще и его соседу слева. А вот первой команде не хватает скорости газетчика, а его напарник-робот слишком медленный и не сразу подключается к своему напарнику, чтобы поедать орех. Но также я похвалю куриц второй команды, ведь они тоже очень быстрые. И все, вторая команда побеждает. Вторая команда получает свой балл. Во втором раунде наши команды должны пройти через лазеры, и им будут мешать снаряды первобытных горохострела, отталкивая зомби. Условия победы – дойти зомби до газонокосилок и остаться живым, при этом они должны съесть горохострел. Как мы видим, горохострел не подпускает себе зомби, и наш зомби спасает команду. А вот у зомби второй команды шансов почти что нет. Во-первых, они слишком слабые, да и курицы фермера будут умирать быстро от лазеров. Ну и мы здесь так и видим, что команда быстро проиграла. А это значит, что первая получает свой балл, а вторая нет. В этом раунде зомби разных команд будут сражаться между собой. И первый раунд у нас будет зомби с газетой и зомби с курицами. У куриц не хватает урона, и также у фермера, чтобы уничтожить такого сильного зомби. Давайте приступим к следующему бою. В этом бою у нас будет сражаться зомби с газетой и зомби с черепом. Конечно, я помогу зомби с черепом, чтобы он выстрелил. Но вы скажете, что это нечестно. Но тут мы проверяем способности зомби, так что можно считать это будет честным. Но все равно я буду использовать эту способность только 3 раза в олимпиаде. Обе команды получают по 1 баллу. И теперь то же самое, но только с роботом из первой команды. И здесь будет сражаться робот и также куровод. И здесь та же ситуация, что и зомби с газетом. Курицам и также фермеру просто не хватает урона и хп, чтобы победить робота. Но вопрос, может ли зомби с черепом уничтожить нашего робота? И вы увидели ответ на вопрос сами. Да, хватило всего лишь 1 удара, чтобы уничтожить робота. Но вопрос, если бы был щит, смог бы он убить его с 1 удара? Обе команды снова получают по 1 баллу.
В этом раунде победит та команда, которая нанесет больше урона первобытному ореху. Но здесь также будут растения, которые будут мешать нашим зомби. Ну что ж, без лишних слов, давайте посмотрим. А здесь робот своим щитом выручает свою команду. Ведь снаряды горохострела не откидывают зомби, а попадают постоянно в щит. И здесь команда теряет ценного участника. Ведь без щита робота горохострел постоянно будет откидывать зомби с газетой. Но все равно, как мы видим, уже наш орех сильно пострадал. Газета сломалась и включается режим безумца. И зомби с газетой быстро движется к стене ореху и пожирая его очень быстрыми ударами. Но в конечном итоге быстро вылетает за карту. Ну а вот во второй команде дела идут очень плохо. Команда теряет зомби с черепом, и без егоного урона стена орех им так просто не убить. Ну а также умирает и куровод, а курицы вообще не хотят выбегать. И пока что первая команда лидирует. А этот раунд на везение. Если команда выживает от 5 усилений мяты на картофельную мину, то она получает балл. Но здесь мы как видим на 5-й команда сразу умирает. А вот первой команде будут мешать щит робота. И я очень удивился, что они не умерли с первого раза, ведь мина оказалась очень близкой. Осталось 2 усиления мяты, и команда выживает. Давайте закупим еще 5. И команда проигрывает только из-за щита, а так то они могли получить 2 балла. А здесь зомби должны выбрать правильную линию. И каждый зомби, который выбирает правильно линию, будет засчитываться как за 1 балл. Первый зомби выбрал правильную линию, но мне тут пришлось использовать усилительную мяту. Ведь я не ожидал, что зомби-робот не перекинется на другую линию. И зомби выбрал снова правильную линию. Плюс 2 балла. Но даже если вторая команда получит 2 балла, то они не победят и не будет ничья. Ведь разница будет в 1 балл. Ну и здесь, как мы, конечно же, видим, что один зомби выбрал одну линию, а второй зомби вообще выбрал неправильную линию. И поэтому команда получает только 1 балл. Ну и вот наши победители. Первая команда победила. Счет 4-6. А в следующем видео будет сражаться именно эта команда.